Ресницы какие. Все с усиками, особенно вот это вот. Да? Кисун. Мы всегда тут живут. Втроем. А ночью их запускают в магазин, как я понимаю. Это прикольно. Да ладно, не боись. Вот в этом кафешке, помню, тоже работала. 1954 год. Нет, ну, в 1954. Вот так вот аквапарк выглядит. Водичка с дождем. Такой жутковатый. Жутковатый. Погодка у нас сегодня плюс 10 градусов. У меня, ребят, тоже разболелась. Вот. Снимаю прогулку по Анапе. Кому интересно. Сейчас пыталась стабилизатор опять попробовать на стабилизаторе снимать. Что-то у меня никак не получается. Вот. Все закрыто. Ну, конечно, я поперлась. Время 9 утра. Вот. О, тут же был Маби. А сейчас что? Эфир. Эфир Ресто-бар. Ну, что-то он тоже ни хрена не работает. Все тут пустует. Эфир. Интересно, в общем, тут ни одно кусочечко не приживается. Так, фонтан накрытый, золотой пляж. Тишина. А, вот Маби, слушайте. А, там, видимо, они его на две части разделили. Сувенирчики всякие. Закрыто. Так, где-то у меня тут мой любимый магазин. Со всякими пирсингами. Наверное, тоже сейчас закрыт. Если он вообще тут есть. А, ну да, вот он. Все на месте. Такая вот тишина у нас тут. Рабочий день сегодня. Какие сапоги. Да, было время, когда-то я носила сапоги, а сейчас вообще все. Сейчас смотрю, все просто перешли на кроссовки. Редко увидишь девушку, женщину на каблучках, в туфельках там или в сапожках. Кисунечка. Да, вышла на высокий берег практически. Ну, практически, но еще не практически. Кс-кс-кс-кс. Ребят, в конце видео напишите, сколько кошек вы насчитали. Кс-кс-кс-кс-кс. Да. Да, ничего мамка не взяла. Ничего мамка не взяла. Иди какое. Игрульчику. Игрулечку. Тут какое-то здание все. Делают. Непонятно вообще что. Там из дерева. Тут какие-то белые вот эти вот. Из камня или из чего. Тоже. Сколько уже тут стоит. Все что-то не могут доделать. Крыша вообще какая-то отдельная тема. Во, кисунчик, еще одна, да? Ты серьезная. Серьезная мадама. Серьезная мадама. Так, вот там я была. Вот тут Золотая бухта. Ну, от Золотой бухты пляж. И там домики такие есть. А, ну вот они. Вот, в них очень прикольно. Я там убиралась в одном.
после какой-то вечеринки. Блин, просто классно, вообще офигенно. Не знаю, сколько там стоит. Но вот так вот. Вот у них тут свой пляж. Значит, летом они такие, хоп, кто тут живет, да? Хоп, сюда бесплатно. А так стоило, по-моему, рублей 500. Ну, 500 это стоило вообще. В каком году? Ух, сейчас, наверное, уже 1000. Вход на пляж. Наверное, не знаю, врать не буду. Ну, лет 5 назад стоило 500 рублей. Но что у них там? У них только лежаки, ну и пляж чистый с урнами. И, в принципе... А, ну бассейн. Можно в бассейне можно купаться. О, в бассейне можно купаться. Хочу в бассейн. Надо будет как-нибудь сходить. Тут тоже прикольные квартирки с панорамным видом. Тоже там была. Ну, ну вот высокий берег. Ну, смотрите, ну пляж все восстановили. Все чистенько. Нормальненько. Готовятся уже к сезону. От раздевалок, правда, ничего не осталось. О, господи, ну от кафешек тоже, в принципе, все будут делать новенькое. Киса, киса, киса. Ты моя мурыса. Что-то он, да-да-да, девочка моя. Ой, тоже красавица, да, красавица. Ну, вот еще киснички, да? Да, 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 да. Никак я вам не это... И вкусняшку с собой не возьму. Да, все как-то неожиданно. Поход на море. Так что простите. Но вы тут еще лучше... Лучше домашних питаете, да. Просто шикарно, ребят. Погодка шикарная. Кофе шикарное. Вообще классно, классно. Блин, мало. Аллея. Там нет памятники. Пойдемте так. Немножко, немножко пройдем. Да, давненько я тут не была. Давненько я тут не была. Только летом. И то. В позатом году. Вечный огонь. Вечный огонь. Вот такой вот у нас тут. Ой, а что, не горит? А нет, горит. Горит. Где-то тут воин, солдат сидит. Я его всегда так боялась. Он просто очень большой. А я боюсь больших, больших статуй там или вообще чего-нибудь большого. Больших домов. Боюсь. Он, смотрите, какой большой прям. А тут что-то положили. Воинам афганцам. О, переулок Тираспольский. Один. Я такого даже не видела, ребята, не знала. Тут тоже вот у нас здание вот это стоит. Ну, оно вообще тут вечно стоит, закрытое. Вообще вечно. Сколько я тут живу, не знаю, что там. Что-то там забросили, короче, стройку. Наверное. Это тоже что-то реконструкция, что ли. Наверное, так. Вот это у нас суд. Вроде бы. А, подождите, нет. Или прокуратура. Нет, это, по-моему, суд. Да, это суд. А, кафешка тут где-то, Мацуни, или как там называется. Говорят, очень-очень вкусно.
Надо будет как-нибудь сходить тут летом, ребят, вот в это именно кафе или ресторан, как он себя обозначает. Стоит очередь, вы не представляете, вот тут вот так вот очередь стоит. Вот, это что значит? Это значит, там очень-очень вкусно. Так что вот. Так. Ну, слева у нас набережная. Значит, где мы с вами шли? Вот у нас тут сидит анапа чайка. Ой, он еще маленькая. Я не видела маленькую. Такая вот. Тут типа гастро. Эти. Блин, гастро. Страшное название. Вот. Она бочечка такая. Такая вот. Ну, сейчас, наверное, все закрыто, конечно. Кто тут сейчас будет покупать? Кто тут сейчас будет? О, это что, урна такая? В виде какого-то машина. Ну да. А, гастропаркинг. Ну, гастро, это гастрит у меня. Ассоциация с гастритом. Там у нас Сбербанк, потом школа искусств. А, ну да, там Светка работает, значит. Посмотрите, он какой старый, старый, старый. Все облупившееся такое. Так, сейчас у нас вот тут раньше был казачий рынок. Туда все было. Потом его снесли. Сейчас вот тут такие вот развалины. Ну, то есть тут были продуктовые всякие лавки, да? Вот. А тут вещи некоторые так и остались. Вот. Но сейчас, конечно, мне кажется, это глухо. Но летом... А, и тут забор. С этой стороны тоже уже были продуктовые лавки. Все, это тоже закроют, наверное. Уже половина съехала. Да, кстати, напишите, вы еще закупаетесь одеждой на рынке? Не знаю, я 100 лет на рынке ничего не покупала, да и не ходила. У нас самый большой и одежды, вещевой рынок, это северный, огромный прям. Не знаю, я 100 лет там не была, как-то уже все по магазинам всякие шоурумы. Так... Вот вышли на Театральную площадь. Тут сейчас доделали у нас эти скамейки. Где они? А, вон они. Ну, я к ним уже не пойду. А, вот еще какие скамейки поставили. Так, мне вообще другую сторону идти. Короче, поставили вот такие вот скамейки у нас. Ой, а что это за скамейки? А как на них вообще сидеть? Я не понимаю. Вот эти вот, как-то они перглы или как-то они так называются. Не знаю, вот на этих как сидеть? Что вообще с этим делать вообще? Это что? Это что-что? Непонятно. А, типа туда залазить, наверное. Так, ладно. Идем в сторону школы. Автовокзал, мой любимый автовокзал. Что-то у нас там, господи, я уже забыла. А, Красноармейская. Ой, дорогу переходим, ребята. Да, наискосок, потому что иначе потом еще стоять, ждать 2 часа. Магазины, магазины. А что за... А, ну Красноармейская, конечно, Красноармейская. Шашлык, пашлык.
вот у нас на этом, на углу тоже. Там уже чего только не было, там уже переделали абсолютно все, уже и собы всякие, и чего только не было. Так что все никак не могут определиться. Рынок центральный. Ой, на улице прям, слушайте, я что-то это вспотела немножечко. Немножко вспотела. Жарковато. Вот обычные пятиэтажки. Такие вот старенькие. В стареньком районе. Тут у кого-то века. Свой вход. Дополнительная еще комната. Присобачили. Там машина едет. Вот. Так, ну-ка, отходим, отходим. Отходим, отходим. Блин, сразу вспоминается Новоуральск. Там такие же были подъезды. Ну, практически такие были подъезды. О, кисунчик. Нифига у вас тут домов-то сколько. Домов-то у вас тут сколько. Ну, практически в каждом в таком дворе. Вот. Тут, я думала, это мусор какой-то лежит. А тут им дома понастроены. Вы, конечно, шикуете, но тут жесть наложили. Просто жесть наложили. О, ракета, я помню, у нас во дворе такая же была. Ракетка. Так, такие вот, как заброшенный какой-то двор, да? А где тут дети играют вообще? Непонятно. Главное, есть котейка, жилище. Бесплатное жилище. Да. И там тоже вон поэта присобачили. Такие вот. Так, подождите, мне не заблудиться. Я что-то пошла куда-то опять. А, ну все правильно. А, нет, ребят, я... Откуда я пришла-то? Господи, мне вот туда же надо. Туда же, вот с этой стороны двери. Тоже непонятно. Тут вообще, тут, смотрите, шикарно просто. Шикарно, просто отдельный свой вход. Там тоже вон коробок полно для кошек. Кошечек у нас в Анапе любят, ребята. Да-да-да. Тоже балкон здоровенный какой-то. Не как стандартный. Так, это у нас Новороссийская улица. Так, что, пропустят, нет? Ой, ой, ой. Да, тут вам надо максимально аккуратно переходить дорогу. Даже если горит зеленый, еще посмотреть 500 раз. Вот переулочек какой-то. Зашли. Такое все. Странное тут, да? Это такое, типа, уютное и неуютное вроде. Да? Комнатки всякие. Пойдем, Вероника. Иди сюда, вон там тоже что-то есть. Там тоже, наверное, квартиры. Смотри туда. Там тоже квартиры. Но я не пойду, вдруг там собака. Мне собаки. Когда встань? Нет, тут, наверное, квартира чей-то.
кажется, вы тут ходите. Ну, я говорю, квартиры. Ой, пошли быстрее. Честно, интересно. Пошли быстрее. Так, это у нас улица Советская. Вы тоже видите, огромный дом. А рядом будет какой-нибудь маленький. Старенький. Ой, сколько птичек. А чё их тут так много в одном месте? Тротуарчики тут, конечно, оставляют желать лучшего. А, вот тоже разрушенный дом стоит уже очень много лет. Очень много лет уже стоит. Хотелось бы... О, как жутко даже. Хотелось бы там полазить. О! Вероника, смотри, что я вижу. Вероника, это что, планшет? А, какой планшет, господи. Ага, валялся бы он тут. Ну, вот это похож сразу на это? А, это от еды. Это от еды, да. Мусора сколько там, наверное, бомжи ночуют. Вот, хотелось бы тут полазить. Ночью особенно жутко смотрится. Тут тоже так. Что, пойдем? Смотрите, из какой плитки выложено. Вот я, если бы у меня был дом, я бы тоже вот такой забор ставила, чтобы никто туда не заглядывал. Такие, как я, например. А я любитель заглядывать в чужие дома. Ой, пойдем быстрее, что-то там шумит. Сделаны. Вот это, смотрите, какой шикарный домик. Вот, вот я такой хочу дом. Хотя, знаете, 2015 год. Для начала, конечно, маленький, старенький сойдет. Но вообще хотелось бы такой. Ладно, одна такой, я согласна. Ну, такой стоит, наверное. А? Ой. Ну, 10 миллионов. Не, больше. Больше стоит. О, этот заборчик, как у нас в саду был. Это точно такого же цвета. Зеленого, я помню, я еще красила его. Тоже заброшенный какой-то дом. Да-да-да, такой заборчик у нас был. Тоже что-то все в одну кучу. Так, зашли в какой-то подъезд, хотя это не очень старый дом. Ну, прикольно то, что цветочки вот так стоят. Каждый этаж разрисован как-то. Так все мило. Прикольно. А у нас такого нет в подъезде. Но у нас новый дом. Нет, я бы хотела вот в те вообще в старые, которые... зайти посмотреть. Коврик, цветочки.
И тут коврик. Милота. Ой, так, тихо, тут лесенка, осторожно.